Сегодня в столице на мосту через Днестр провалилась стальная пластина, закрывающая один из стыков. Никто не пострадал. Специалисты говорят, слишком много машин едет по мосту. Вот он и не выдержал. Это место въезда на мост. Металлические пластины закрывают стык моста и берега. Одна такая пластина сегодня днем отвалилась. Появилась широкая щель. Движение решили не перекрывать, машины продолжали ездить. Вызвали дорожников и инженеров-проектировщиков. Они сказали, мост не справился, потому что машин много, а эта часть моста старая. Большее количество транспорта тем необходимо, учитывая, в принципе, что этот мост является у нас пешеходным. Поэтому произошло просто разрушение деформационной части примыкания мостового полотна к земполотну, которое просто со временем, и с той нагрузкой, которую у нас сейчас на себе испытывает, просто не справилась. Сейчас проезжать мост могут автомобили не более 3,5 тонн. Большегрузом ездить по мосту запрещено, за исключением автомобилей экстренных служб. Это скорая, спасатели, пожарные, милиция. Еще несколько лет назад число машин, у кого был пропуск через мост, достигало 5000. Сейчас всего около 2. Но и этого очень много для моста. Хотя путепровод ремонтировали несколько лет назад. Завтра специалисты соберутся, чтобы решить, как устранять поломку. Что надо заменить и сколько времени на это потребуется. Работу затрудняет то, что под мостом проходят десятки метров разных коммуникаций, в том числе мостовая подсветка. С завтрашнего дня приезжает проектная группа, сюда уже проведутся наши дальнейшие работы. Все те, тут есть связь у нас и кабеля, которые под этой частью моста расположены, это все будет в комплексе прорабатываться. Будет выработано какое-то проектное решение, и будем устранять данную проблему. Каменные блоки, которые стояли снизу у роллердрома, сегодня подняли наверх. Одну полосу моста для движения транспорта перекрыли. Машины проезжали с трудом. Пока будет идти ремонт, руководство города рекомендует водителям воспользоваться окружной дорогой через Бендеры или переплавляться на другой берег с помощью парома. Столичные власти намерены поднять вопрос о введении новых правил проезда через мост. Скорее всего, ограничений будет больше. Наталья Ткачук, Дмитрий Хаджиокла, ТСВ.